Так, звук вроде идет, да? Окей. Мы на болото на какой-то пришли, окей. А чё так картинка тормозит? Нормально? Да вроде нормально все. У вас, по крайней мере, у меня что-то тормозит. Блять, крокодилы, бегемоты! А у меня патронов нету. Лол. Куда идем? А, сука! Не-не-не-не-не! Нет, сюда мы не идем. Не-не-не-не-не. Ты даже сюда не смотри, сучок. Так, как мне? Эти патронов нет вообще. Станющие только есть с собой. И ножичек. О, а что такое? Ну-ка нахер. Ну-ка нахер пошел. Нахер пошел, тебе говорю. Ты чё? Ты отойдешь, может? Иди давай, жопа жирная. Хоть мне тут. Ты в смысле? Патроны автомата полные. Я утону? Или ты плавать? А, ты плавать умеешь. Лол. Окей. Чё это за звук? А ты можешь нырять, например, не? Проплывешь? Нет? Бля, Лен, поплыв. Ни хера. Я не знаю, куда я залез. АСМР от Чика. Чё это за звук, думаю? А это, короче, этот, типа он голодный. Я люблю Россию, люблю эти джунгли, крокодилов и болота. Сусанин одобряет. Это Маджерико. Он голодный. Надо что-то съесть. Дай, та! Кружок, кружок, кружок. А у меня еды-то нету никакой, что ли, блядь? У меня еды никакой нету. У меня есть только калорийные какие-то там батончики. Или что-то типа того. Звонок. Так, тихо. Снэйк, ты там? Ева? Скучал по мне? Соскучился, у тебя все нормально. Никто меня не видел. Ты возвращаешься к Волгину? Как только договорим. Как насчет босс? Да, она тоже здесь.
будь осторожна. Спасибо, буду. Босс и я неплохо ладим. Думаю, у предателей много общего. Почему кто-то решается на предательство? Измена своей стране похожа на... Я просто не понимаю этого. Ты говоришь о босс? А ты, разве ты родилась и не выросла в Америке? Да, в маленьком провинциальном городке. Да. Что это, картинка сразу прилагается? Я даже не думал, что есть другие страны, другие культуры, другие мышления, пока не начала работать в НБ. И однажды я поняла, что потеряла веру в то, что раньше считала несомненным. Что-то узнала. Ты... Что заставило тебя перейти на сторону противника? Ты не поверишь, даже если я тебе скажу. А ты попробуй. Я увидела мир. Мир. Не буквально вселенную, конечно. Мир глазами спецслужб. Я представила, как тяготение этого мира сдерживает меня. Вот и все. Люди и страны меняют их окружение. Так было всегда. Ты так же говорил и босс. Между этой страной и Америкой масса различий. Но это только внешние различия. Различный взгляд на вещи. Когда я попала сюда, то поняла половину того, что мне говорили, грубая, беспросветная ложь. А другая половина — более извращенная ложь. А где же тогда правда? Скрыта во лжи. Ты тоже лжешь, так? Кто знает, я была обучена выдавать даже полную ложь за чистую правду. А ты разве нет? Нет, я верю, что... Я верю, потому что должен. Даже если это ложь. Что ж, это часть миссии. Я запомню это. Если ты хочешь вызвать меня по радио, моя частота 142-52. Увидимся. Окей. Привет, Дэн. Да, я первый раз играю. Ничего не знаю про эту игру. У меня сбоку текст с переводом. Я его, конечно же, не читал. Ибо делать мне, что ли, нехер. Так, надо еду раздобыть где-то. О. А? Да слышь ты, бегемотище, блин. Спасибо. По-моему, я... Блять! Убей меня. Снейк! Снейк! Как насчет сохранения? Ты что, блядь, угораешь, игра? Ты меня куда кинул-то? В самое начало, что ли? Ну, ёб твою мать. Так. Что ты делаешь-то, блядь? Всплыви нахуй, ты дурак, блядь. Выносливость-то кончится так. От того, что плывешь, выносливость кончается. Прям люто. Тип-тип-ти-ри-рип.
Окей. В этот раз я чуть быстрее все сделал. Ну как чуть? В разы? Там гранаты были. Где? Угу. Ни хрена не видно. Окей. Звонок будет повторно, нет? Не, не будет. Я просто вверх пойду. Большая пасть, юг. Та-та-та-ра-ра. 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 Па-па-ра-па-па-ра. Ага. Под электричеством? Залезь? Ну, там же это... Да... Да ты же еблан, что ли, блядь? Ты что делаешь-то, блядь? Прикась... Твою мать... Блять, ну реально мне... Ну игра, ну... Ну вот же лианы, нет? Это не лианы разве? Да слышь, бегемочище, не кричи. Давай. Если меня будет выдавать желудок, это будет пиздец. Блин, ядрить оно убывает просто голд. Жесть какая-то. Да ты чё, блядь, бегемотище, где ж ты-то? Ёпта. У меня реально нет еды. У меня есть что-то там, короче, какой-то паёк. Но он одноразовый. Вкус неизвестен, тем более. Я точно помню, что что-то для мин было. Это животных обнаруживает. Это что обнаруживает? Движение обнаруживает. Не реагирует на стационарный объект. Нету этих-то для мин. Я вижу вон одна мина. Смотрите, они незаметные.
Чувак, ты только поел. Куда тебе, блядь, еще-то? Так, ищем дырку какую-нибудь в заборе, либо... Чё это? Это пенёк или что это? Это мина. Так, я вижу проход, но это точно проход? Собаками драться нельзя, блядь, все. Беги. Блядь, еблан, что ли, беги, говорю. Ну да, блядь, далеко я от нее убегу, ага, конечно. Да нахуй ты идешь? Хуй, я, блядь, прыгнул. Ебать. Да ты чё заебал, не ходи за мной. Да ну вас нахуй, сколько вас здесь? Пиздец. И чё, блядь, ты мне предлагаешь опять заново начинать? Я тебя в прошлый раз, блядь, это, хвалил, игра. Ты чё? Да ты пиздец, что ли, блядь, алё. Ну реально отсюда? Не, подожди. Не отсюда. Окей. Куда ты? Куда ты, блядь, повернись? Так, где тут мины? Ну, их здесь хотя бы видно. В первой части их, блядь, вообще видно не было. Так, тихо, между. Бля, у меня нет патронов. У меня нет хилок. У меня ни черта, блядь, нету. А еще тут эта ебаная собака. И, сука, желудок воет, как бегемот. Так, мина, тихо, аккуратно. Да я, ты, блядь, мину сейчас нахуй напугаешь. Твою мать. Тут никак не пройти. Блин. Ты хорош. А чё я только хилялся, нет? Или ещё не это... Чё? Хилизню желудок воет. Не, а как реально, блядь, от собаки-то убежать? Вот,
Так нахуй, бегемот, блядь. Иди в жопу. Покушай. Хуищусь, блядь. Фергелишус. Delicious, definitions, delicious, delicious. Ну, я сомневаюсь, что здесь мины. А где все? Опа, блять, болото. Спокойно. Ходить на крестик. Проверим. Freeze. Сука. Who's that? Да блять, ну заебала игра, ну хорош. Да ну что ты, залезь, блин, ну залезь! Собаки, отъебись. Все, отстаньте. Отстаньте, дайте я уйду какую-нибудь другую ло... Чё ты делаешь, отъебись. Да ну что ты, блядь, беги! Большая... Пасть. База. Окей. Фуф. За мной, конечно, собак сейчас будет гнаться по-любому. Но я буду надеяться, что если я сейчас помру... Блять. Да ну встань! Да ну что ты делаешь? Прыгни. Так, подожди. Ну так себе. Ну так себе. Так, блях, я, блядь, помнил бы еще. У меня кровотечение где-то. А, везде. Действительно, блядь. Ой, ну тебя нахуй. Не хочу. Блять, ну это, конечно, со стаминой полная хуйня, блять. Ну чё ты, блять? Да... Ну, блять, что? Ну там ничего, блять, нету. Ну, блять, иди вперед. Пожалуйста, иди вперед. Ну реально ничего нету, блять, он не идет нихуя.
Пиздец, только что, блядь, съел большую шоколадку и крысу. И нихера стамину не восстановил. Кодзима, блядь, гений. Что мне еще сказать? Фу, конечно. Конечно, фу, а как иначе? У меня значит, что незаряженным оружием можно... Чего? Да никого не было там, ты дурак? Книга? Вы что, упоролись? Буду крысятиной пытаться, пытаться питаться. Так, еда съесть. Окей. Опять не на нас. На нас я не буду проходить. Дурак, что ли? Есть нормальная версия этой игры. Так, значит, это было. Да ничего там не было. Я просто крыску хочу. Кушать охота. Чего? Как думаешь, можно их убить так? Сука. Кодзима гений, гениальная игра, смотри. Что происходит? Чувак просто застрял в текстурах. Ну. Блин, сколько тебе надо жрать, ты, блядь, заебешь. Серьезно. Ты только что ел. Только целую крысу ты сточил. Целую, блядь, крысу. Куда тебе нахуй столько? И он опять жрать хочет. Ну охуел ты что ли, блядь? Пока что это худший Metal Gear, который я вот играл из всех. И только вот из-за этой системы, блядь, идиотской. Ты должен что-то, блядь, каких-то жуков жрать, блядь. Зачем это нужно? Чего? Серьезно? Ну вот и что мне делать? Вперед не могу, назад не могу, жрать хочу. Охуенная игра сделана. Ты угораешь что ли, блять, алло? Кто меня увидел-то? Как думаешь, он умрет от голода сразу? Все. Голод кончился.
Не, вот только не говори, что, короче, этот голод только... Он убывает? Я вот реально сейчас ничего-то не пойму, он убывает, нет? Ну. Бля, ну не зависай, пожалуйста. Ну тут не пишут нигде. Тупо выносливость. Тупо из-за того, что желудок урчит, тебя заметить могут, да? Конечно. Я тебе говорил? Это бред полный. Но ты не умираешь. Какого-то хрена. Тебе этих жуков надо жрать только, чтобы вот это... Чтобы не урчал желудок. И чтобы, короче, там карабкаться куда-нибудь или что-нибудь в этом духе. А хп не убывает. Охуенно. Сейчас каушен пройдет. Твое воображение. Полечиться. Да, вон полечиться. Медицина. Так, кровотечение. Пищевое отравление. А у меня, блядь, нету ничего. Уж хирургия. Бандаж. Сломанные кости. Так, где там? Блять, что-то они прям, блять, усложнили здесь все на какой-то хер. Я вообще не понимаю, зачем это все. Все еще кровотечение. Огнестрельное ранение. Ой. По-моему, стало хуже. По-моему, стало хуже. Пуля изъята. Кровотечение. Окей. Пули съеды из головы, блядь, конечно. Так, нет. Сломанные кости. Окей. Чутка вылечил себе. Вверх. Нет, у меня что-то там. Ты чё, блядь? Сигарету дай. Пиявка, блядь, к ноге прицепилась, прикинь. Сука, сидит, кровь пьет. Пиздюлина. Так, огнестрельное ранение. Бандаж. Окей.
Здесь тоже бандаж, наверное, просто и все. Огнестрельное ранение. ЦТД. Дезинсект. Так. Где еще-то? Ну а что у меня-то? Огнестрельное ранение. Нога не сломана. Так, не то. Вытащить пулю. Ну что, вытащить пулю? Ну, окей. Но хп у меня все равно не восстановится. Чтобы вылечиться, нужно, короче, чтобы у тебя стамина была полная. Или хоть сколько-то ее было. Да. Чую, игра будет душниной полной. Чего, блядь, ты сюда лезешь? Иди нахуй. Не лезь сюда. Идите в жопу. Лезут там. Все, давайте, валить. Да вы серьезно, что ли, блядь? Они же меня найдут сейчас. И как играть, если у тебя нету ни еды, ничего нету. Сейчас я сюда подойду, короче, кто-нибудь мне на голову, блядь, спрыгнет обязательно. Нах, пошел. А! Идите в пизду. Да ну нахуй тебе. Дверь сломалась. Сука. Ну конечно, блядь. Я столько прятался, чтобы они, блядь, меня убили. Конечно, здорово, блядь. И сейчас ни хп, ни хера, да? Или как? Оу. Окей. Там пулемет. А у них можно припасы спиздить. Да не гуди ты, ёпта мать. Встань. Блять, еблан что ли, блять? Я просто остановился, чтобы нажать крестик.
Да ну брось, блядь! Да иди ты нахуй! Ну что за бред, блядь? Сука, Кодзима из этой игры, блядь, какое-то хибланство сделал просто. Серьезно, нахуй здесь это выживание, блядь? Оно вообще не нужно. Только-только тебя побесить, блядь, тем, что... О, блядь, не живу, а турчи. Ой, а чё это? Кто это? Чё это за звук? Сука. Кодзима, блядь, со своими идеями охуенными. И меня заметили, да? Блять, ну даже чуть меньше половины ты уже жрать хочешь. Ну ты, блядь, серьезно? Причем так гудишь, как будто, блядь, сука, поезд, блядь, пришел. Охренела твоя голова. Это Юки. Кайла. 10 из 10 игра. Жру крыс. Весело. Жру крысы и живот урчит. Двадцать 4/7. Серьезная игра. Идиотизм, блин. Дайте мне оружие. Дайте мне новое оружие. Ты серьезно? Девочки? Даже не знаю, стоит ли подходить. Разбежались. Зашел в Star Trek. Ну ты прошел? Или все еще нет? Прошел? Ну. Га-га. Я кослу закрыл. Только вот. Минут 30 назад. Так, делаем красиво. Чел, пойди сюда. Дверью ударил его, блядь. Блядь, ну хуй ты лег-то, блядь. Ну ты еблан, что ли, блядь. Беги, ёб твою. Да ну это, блядь, какая-то хуйня, а не стелс, блядь. Иди в пизду. Ну ты, блядь. Трешак какой-то. Все против тебя, блядь.
после первой и второй это трэш полная игра. Вот серьезно. Нахер у тебя это. Методом проб вообще. Там ничего нет, тебе кажется. Чего? Иди да отсюда. И меня заметят, да? Нет, ты серьезно теперь будешь там стоять? Ты гонишь, что ли? Охренительно. Ну, там что-то на это какой, какая-то отсылка. Типа, вначале сказали ему, что типа ты когда-нибудь змей ел? Теперь я понимаю такой. И как бы все. А можно камеру-то подвинуть левее, ну? Огонь. Блять, развернись, пожалуйста. Ну, я. Я бы в окно сейчас шмальнул бы просто. Я даже уверен, что это сработало бы. Здрасте. Что это? А? Кермит? Серьезно? О-о-о-о. Что бы это ни было. Мышеловка. Лол. Патроны. Что-то сюда надо взять. Я не знаю. А? А? Показалось, да? Я тебе говорю, 10 из 10 игры. Угу. Блять, что, меня заметили, серьезно? Я дверь сломал. Да ну встань, пожалуйста. Рацион, блять. Но они зачем-то тут реально все, блядь, это усложнили, блядь. Я не понимаю, нахуй это все. Зачем-то сделали, короче, систему урона, блядь, эту ненужную. Нет, серьезно. Каждый раз, когда ты хочешь полечиться, тебе. Я тебе серьезно, Юки, цени. Каждый раз, когда тебя ранили, ты должен зайти в кью, посмотреть на свою ногу. Слева увидеть, что у тебя происходит,
и применить предмет какой-то определенный. Это пиздец. Да, как в Робокопе. Но в Робокопе это раз в уровень, а здесь это каждый бой. Это идиотизм полный. Плюс сверху полоска стамины, которая убывает постоянно. Как только она меньше половины, у нее начинает желудок урчать. Иди ищи еду. А ее нету здесь. Крысы вон бегают какие-то. Из игры вообще черти что сделали. Кобздец просто какой-то. Это Хольги. Да он всегда что-то тяжелое принимал. Но это бред какой-то вообще. Это, блядь, просто бесполезная хрень. Она только раздражает. Ну, я же реализм реализмом, но у тебя вот так вот полоска ХП, полоска стамины не убывает в жизни. Что тебе каждую секунду нужно добывать пропитание. Это бред полный. Ну вот серьезно. Меня в прошлый раз заметили только потому, что, короче, желудок начал урчать. Ну, конечно, потому что я начал ножом махать налево и направо. Но это другой момент. Блять, мог бы и не ломать. Так, а там было что-то в соседней комнате-то? Ну, не было нихера. Встань, пожалуйста. Открой, 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 открой. Мышеловка, РЦ, мейт, рацион. Все, окей. Фу, блядь. Нет у нас полоски стамины. Ай, прижги ту пиявку, она бесит. Спасибо. На письку крупным планом, ага. Русский рацион. Не распробован. О! Калорий мейт. В смысле еще не распробован? Я же ел уже и не одну. Как ты можешь крысу съесть и не наесться? Сколько тебе нужно? Ты бесишь. Уйди. Чё, а, хуйна? Блять, серьезно? Я ушел, меня тут не было. Наконец-то, господи. Оцелот! Здорово. Наконец ты здесь. А уже был заказал справа. Два
Дважды заставил меня испытать горечь поражения. Мне жаль разочаровывать Кобар. Теперь ты мой. Все вы, оставьте нас. Только ты и я. Никто кроме нас. Оцелоты гордые создания. Не предпочитают охотиться в одиночку. Позер. 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 12 выстрелов. На сей раз у меня в запасе 12 выстрелов. Хорошо. К бою. Мне стрелять придется? А? А у меня патроны-то есть? Лол. У меня патронов нету. Три. Четыре, пять, шесть. Пулёха! А, там показывается. Когда не испытывал такое напряжение ранее. За это время можно было, блять, его 6 раз убить. Меня, блядь, чуть гадюка нахуй в ляжку не укусила. Залезешь, может? Ага, понял. Да извините. Очень много нужно всяких ништяков спиздить. Вообще, я так понимаю, пока он там перезаряжает. И чё? Я что-то не совсем пойму, как к нему-то подойти. Сверху не получится. Патронов здесь тоже нету. Ну что, ты мне предлагаешь гранату кинуть, что ли, в него? Йоу, ты чего, блять? Я могу гранату кинуть. Ну, только хуйня будет. Так, время действовать. Это, кстати... Погоди. Ну а как залезть-то, блядь? Ну а как залезть-то, ёб твою? Ну это чушь полная.
Залезать он не хочет. Почему он не хочет залезать? Ну тут же, блядь, ну, просто в момент можно взять и залезть. Сика, нет, чтобы патронов дать, что ли, я хз. Хер там было. И как мне с ним драться? Я тебя вижу. Нихуя ты меня не видишь. Ебил, блядь. Давай, отстреливай, блядь. Я сомневаюсь, что надо вниз прыгнуть. Но здесь можно, конечно, зафармиться прям. Да, еще один выстрел, чел. Точно нельзя-то, блять, алло. Это, блять, идиотизм какой-то. Единственное место, вот оно. Здесь можно залезть и все. Ну все, что тут можно сделать, это, блядь, спрыгнуть, все. И чего? Да сам ты коward, блядь, я не понимаю, как с тобой драться, дебил, что ли, блядь? No. Ну, то есть, определенно я должен был что, блядь, где-то найти винтовку эту МК-22, блядь, потому что здесь патроны для нее лежат, а у меня нету винтовки этой. Игра чё, блядь, всё завтлочилось, блядь? Не, неужели так дебильно сделано-то? Что патронов здесь нигде нету. Нет, серьезно? То есть здесь два оружия? АК-47. О! О! Секундочку, блядь. Я сейчас нахуй, нахуй тебя так, блядь, переебу. Ты хуел, что ли? Не понял. Че? Козёл, блядь. Ха, получил, блядь, поберетки, блядь, свои. Я тебя убью сейчас даже, ты чё-то. Я бы с удовольствием сбегал и взял бы еще патронов, если бы было можно. Не, ну реально, к этому моменту я должен был, по идее, тогда, получается, взять два оружия уже. Да слышь ты, блядь. Заебал.
Так, подожди. Грамм. Куча кроликов нафармили. Нормас. Ешь. И еще можно было бы нафармить. Да чего там лупить-то, блядь, заебали. А можно хп-то восстановиться? Или мне нужно все вылечить, только потом все будет работать? Пиздец. Ну это такая чушь, вот реально. Так, gunshot wound. Дезинсект. Все? Серьезно? Все. По идее, хп должно устанавливаться. Да, блять, заебали, вы че, охуели, что ли? В пятку, сука, он меня ранил. Козел, блять, сраный. Ну а чё, я похиляюсь всё? Нет, или как? Как это работает-то? Чё, еда, что ли? Коралловая змея. Вот эта хуйня меня чуть не укусила. А где этот-то? Бэкпэк? Сирум. Где сирум? Это в кёр, что ли? Ну да. А, он лечит отраву. А это нельзя использовать? Заебись. Ничего нельзя. Вот надо сесть. Я хз, как это работает. Абсолютно не понимаю. Лечиться нельзя. ХП не восстанавливается. Хрень полная, блядь. Кой, возьми сюда. Come out and fight, you coward. Не хочу, мне лень. Чуть-чуть хп остановилось. Блять, иди нахуй. Ты как, блять, в меня попал-то, блять? Я за камнем сижу, заебал. Блять, ну это серьезно полная хуйня сейчас. Чел. Пошла нахуй игра. Да. Ай, бля. Ну и каковы наши... Блять, полная хуйня. Серьезно. Все исчезло из инвентаря. Охуительно просто. Ты игра, блять, огонь. Эксаленты, блять.
Да, конечно, ага. Твари. Да ты чё, блядь, творишь-то? Где кролики-то все? Да ну отъебись. Я так понял, это как-то так работает, да? Где ты, хуй? Блять, если на него пчелы нападут, я только за. Ай, ну. Отъебись. Побежал. Блять, он вообще не туда убежал. Блять, Снейк, ну не тупи, пожалуйста. То есть это работает, окей. Блять, отстань нахуй, встань. Конечно, блять, ага. А здесь у меня все это заберут после этого боя, я, блять, расстроюсь. Amazing. I never knew reloading could be so thrilling in the middle of the game.
Королевская кобра? Чего? Покажи, как она выглядит. Я что, такую убивал? Ни хрена даю. Вкуснява. О. ХП восстанавливается, когда у меня... Да, у меня полоска выше, что ли? Бля, иди нахуй. Да в смысле ты, блядь, успел пере... Блядь. Патроны, 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 патроны. Этим. Еще раз 5 не надо, или 6 выстрелить. Я надеюсь, в меня никто не будет стрелять. Серьезно? Блять, иди нахуй! Ну это, блядь, нечестно. Он сам сказал, блядь, не встревайте. Нет, блядь, они встревают. Охуенный честный бой, блядь, просто нравится. И заново, блядь, все. Иди в пизду, игра, блядь, раздражаешь нахуй. Кусок говна, блядь. Че, нахуй мне меню? Это королевская кобра? Нахуй я целюсь тогда? Нет, ты мне скажи, зачем я целюсь, если, короче, тут на автомат, на автомате можно попасть в меня. Так, дай-ка я съем кролика. Блять, ну чел. Так, давай.
Где ты? Ну, блять, а ты еще дальше можешь убежать? Чел. Чел, давай. Ну, ты издеваешься? Козел сраный. Сынок! Давай, выбеги сюда. Выбеги сюда. Челик. Ба. И патроны кончились. Ну, кролик, иди сюда, блядь, забил. Ты мне нужен. Дичь, конечно, этот босс. Да, ну что, серьезно? Я даже париться не буду. Прицеливаться что-то еще будет. Ха-ха. Да ну чё началось-то, блядь? Козёл, блядь. Его даже его солдаты не слушают. Распиздей. Да, блять. Да хорош, блять. Да ёб твою мать, ты куда стреляешь-то, блять? Ты заебешь. Откуда вы стреляете, блять? Я нахуй убью вас. Ага.
Да ну чел. Блять, иди нахуй, игра, ты заебешь. Попал что ли? На нахуй. Фу, блять, заебал. Он нашел нас. Тут был чел, который осами управлял, да? Че, блядь, пистолетами просто их убиваешь? Не выстрелами даже. Просто круть. Ой. Встретимся еще. Снейк! Снейк! Интересно. Ну, я живой. Скажи мне, что кролики, блять, у меня остались в наличии. Окей. Так, как сохраниться? Срочно нужно сохраниться. Хочу это... Дохнуть пойти. Сап, Снейк. Да, я хочу сохраниться. Окей. Это было интенсивно. Но, конечно, дичь та еще. Но зато у нас теперь есть кролики. То есть у нас есть хавка на какое-то время. Хоть это они продумали, что, типа, будет босс-файт, ты, ну, будешь... Snake, have you seen 007 из России с любовью? Фантастика. Мы не такие, говорит, шпионы. Мне нравится You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Чё, блядь? Okay, now it's ridiculous. We'll make a snake-shaped gun. Пушка. Fits into an attaché case. Grappling gun, этот. Кошка. Oh, I get it. Только вместо кошки, короче, змея. No, I knew it. Tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. Нормальная штука. That's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. Ты используешь ее, а она использует тебя. Okay. And to do that, ты проел. Get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Mm-hmm. Get the upper hand. I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake.
major. Double O Snake. Double O Seven. Be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Охуительная шутка. Maybe you don't realize. Я, говорит, не удивлюсь, если по Бонду сделают еще 20 фильмов. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy Spy Flex. Я только сохраниться хотел. Прослушал целую лекцию, блядь, по поводу шпионских фильмов.